Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала, с вами Константин. Мы продолжаем проходить One Piece Pirate Warriors 3 на PlayStation 4. Устраивайтесь поудобнее, поставьте обязательно лайк после просмотра и не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Мы продолжаем с вами проходить Dreamlog. Мы, если быть точнее, уже скорее его заканчиваем потихонечку. Медленно, но верно, мы идем просто к его завершению. Итак, сегодня мы играем за Кузана или Аокидзи. Этот персонаж очень-очень долго на протяжении всего Дримлога, наверное, просто портил мне кровь своими вечными заморозками. Абсолютно независимо, у какого он был уровня, там, он постоянно доставлял проблемы. И наконец-то мне доступен персонаж, что это и можно наконец-то за него повеселиться. Итак, ну что, давайте пойдем далеко на север. Так, кто у нас там? У нас там Кумани открыл. Слушайте, у нас там Энель был. Ну ладно, до Энели мы еще доберемся. Давайте сейчас до Кумы лучше доберемся. Вот это больше мне интересно. Во, пойдем вот сюда. В Белишоп заглянем, может там что интересное есть. Так, ну само собой, вон этот постер, это он и здесь есть всегда. Музыку я всю выкупил, да, потихонечку начинаю закупать галерею. Чисто так. Так, а где костюмы? А, вот они. Soul King. О, Кузан костюм. Давайте купим. Может, что приличное будет. Может, повезет, и там не просто поменяют нам цвет галстука или еще чего. Сейчас узнаем. Дадут теперь они мне костюмы? А, нет. Чтобы выбрать другой костюм, нам нужно выйти из данного меню и снова выбрать персонажей. Там теперь будет выбор костюма. Я не знаю, зачем так сделали, ну как-то так. Вот, change костюм. Смотрим. Такой. Адмиральский. Во, и такой. Ну, мне такой больше нравится. Не, конечно, как адмирал он тоже ничего так был. Но вот в этом костюме он мне больше сейчас нравится. Поехали. О, даже иконка наша изменилась. Вообще замечательно. Ну, побольше бы разнообразных костюмов давали, вообще было бы супер. Хорошо. Поехали. Прокачиваться будем уже так. Итак, нам нужно выбрать армию Черной Бороды, либо армию Белоуса. Я, конечно же, возьму армию Белоуса, потому что люблю я этого дядьку. И все, кто есть в его команде, на самом деле очень крутые. И обидно, что за многих из них просто нельзя поиграть. Там за Джоза, за Висту. Там из всей команды Белоуса, по-моему, нам разрешают поиграть, ну, соответственно, за самого Белоуса и за Марко. Ну, за Эйса, само собой. Вот, и как бы все. А там на самом деле столько крутых ребят. Хорошо, так, поехали. Что нужно сделать? Для начала нужно прокачаться, верно? Билли Гроу. Поехали. 50 уровень. С деньгами у нас как бы вроде бы все нормально. Так, обязательно коинты. Без коинтов тоже никуда. О, у нас кофе, коинты и Луфи появились сколько-то веки. Значит, сейчас хорошо покачнемся. Во! И сразу у нас специальная атака. Айстар, ледяная звезда появилась. Хорошо, не хватает немножко коинтов Робин. И здесь не хватает золотого коинта. Здесь самого себя не хватает для защиты. Здесь как бы все нормально. Здесь тоже все путем. Ой, господи, вот этих коинтов у меня валом. Ну, таких золотых у меня нет. Так, скиллсет. У нас аж 6 ячеек. Давайте что-нибудь интересненькое возьмем. Так, для Укидзи есть что-нибудь специальное? Да, есть Ice Crush. Что делает? Увеличивает урон по замороженным противникам. Ой, вообще супер. Это специально для меня. Есть еще что-нибудь интересное? Нет. Боюсь, больше ничего новенького мне не дают. Хорошо, давайте возьмем кат Бардлар. Это увеличенный денег. Количество денег, которое мы будем получать. Давайте возьмем стилиш. Да и все, собственно говоря. Вот у нас и все и закончилось. Поехали. Порвем армию Черной Бороды. Хотел сказать Белоуса. Так, для начала смотрим, что умеет персонаж. Так, вот это вот его особое движение. Так, ладно, понятно. Ой, тут уже ребята. Как он высокий-то? Ой, как красиво. Так, уже 5 баллов за новые приемы. Я сейчас сравниваю с Pirate Warriors 2. Красиво. Так, тут Бруно. Так, что делать специально так у меня? Пинок? А, это разбивать. То есть, лишь замораживаешь. На, а потом пинками их просто разбиваешь. Вообще супер. Интересно, а много урона наносит? Я попробую Бруно заморозить. Бруно, иди сюда, я тебе пну. Ой, Белоус тут. Так, Бруно. Бруно. Нет, я тебя все равно заморожу. Во.
О, неплохо. Не так много, как хотелось бы, но все равно оригинально, а главное, это фишка Аукиди. Или Кузаун. Так, ладно, сейчас мы его забьем. Давайте сделаем, что ли, уже эту короночку, а то что-то как-то скучно становится. О, фазан. Ледяной фазан полетел. А куда улетел Бруно? Бруно тут скрылся в своих дверях, чертовы. Бруно, иди сюда. Иди сюда. Где ты есть? Во, вот это вот красивое. Бруно, ну сколько можно бегать? Ну иди же, смотри, что делать, а? Опять дверями-то вскрывается. Иди сюда. Во. Накрыли дядьку. И коин-то его получили. Так, ладно, здесь более-менее, я думаю, народ справится. Нам нужно победить Бруно и всю его компашку. Здесь рядом почти захватили локацию. Давайте поможем. Там наверху у нас. А-а-а, появились еще желтые. Ну ладно, я не против желтых, в принципе. Так, лидер и еще целая куча народа. Полетел фазан. Только вот урон что-то ты мало нанес почему-то. Нормально. Ух, как красиво. Некоторые приемы очень мощные. Так, это кто? Это желтый. Так, желтый, желтый, желтый. Мне сейчас нужен к ней главать. Где-то он здесь, рядышком. Вот он, Верга. Нормально. Вот этот. Смотрите, какие приемы красивые, просто, ну... Просто массовая заморозочка разнообразная. Так, давайте, у меня есть этот... Кизуна. Давайте Кизуну применим. Надо было, конечно, двойную короночку сделать, но ничего страшного. Состояние логии. Тихо, 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 тихо. Тут, конечно же, теперь уже волей ты владеет-то. Просто, я не знаю, каждый голубь просто владеет. Нормально. Сейчас мы Верга забьем таким образом. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ой, Верга там тоже стал что-то психовать. Так, делаем суперски. Давай, Белоус. Так, кого прилетело? Так, о, у нас гарп еще. И, кстати, заодно проверим, что делает двойная короночка. О. Вот этот прием уже был. Я помню его с Pirate Warriors 2. Было это дело. Но он красивый. Он, правда, не так много наносит. Не знаю почему. Надо замораживать противников почаще. Потому что по замороженным целям у меня урон увеличен. У меня специальный скиллсет стоит. Неужели я наконец-то разобрался с желтыми? Что ж ты будешь делать? Хорошо, поехали. У нас в помощниках гарп. Вон он там уже, смотрю, кому-то рожи чистит. Как пройти наверх? Вот. У нас там уже Бруно сражается с одним из желтых главарей. Так, здесь локация уже наша стала. О, вот они тут. Во-во-во-во-во-во. Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Ребята, ребята, спокойно. Баги где-то вывалился. Вот мне реально только его не хватало. Ой, как мы много народ накрыли. Ну, 168 одной короночкой, но это очень-очень даже приличнее, скажем. Так, ладно, поехали. Там внизу у меня опять какой-то бордель. А если быть точнее, просто бардак. Бардачело. Так, ну что ты будешь делать? Баги, хватит там сопли распускать. О, Альвида появился. Она у нас в качестве союзника, смотри, как замечательно. Чтобы поиграть без нее дали в какой-то веке. Так, там мясо валяется, давайте мясо поднимем. Во, и у меня сразу Кизуна готова. Давайте применим. Тут как раз народу очень-очень много. И сейчас всех раскидаем. Нормально. Давай-давай, народ. Давай-давай, сейчас у меня личное количество денег еще идет. Не, конечно, денег у меня полно, но как бы... Все равно лишними не будут. Всегда найдется, что купить и кого прокачать. Давай, 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 где там этот? Вот он. Так, хорошо, здесь где-то еще один есть. Откуда у вас такая толпа? Вы все лезете, лезете, потому что здесь где-то ваш командир где-то здесь. А вот он, командир. Так, я отменю Кизуну, потому что применять уже не на ком. Так, хорошо.
Да я понял, что Альвида мне добавилась в качестве напарника. Кстати, давайте, наверное, ее тоже сейчас выберем. Там и баги еще есть. С Альвидой будет поинтересней. Здорово, народ. Вот так вот сразу от мелочи избавимся. Или проще сказать, в кучу вас соберем тоже. 99 тел, нормально, ушло. Ну ты смотри, надо меня было обязательно прервать, а? Делаем двойную коронку. Офигеть, сколько же она накрывает? Какую площадь она накрывает? Вообще здоровская, в общем, коронка. Ой, Джос. Ты, кстати, чуди, ты почему против меня? Ты... Редисина бриллиантовая. Ты же вроде как должен быть в отряде Белоусов. Как обычно, никто сразу союзником не становится. Ему сначала надо по шее дать. Это вот просто закономерно. Это просто закон. На тебе ногой. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас мы тебя еще раз заморозим. Ну да, заморозит он сейчас два раза так. Все, он меня же льдом кинул. Хорошо. Давайте еще раз применим короночку. Блин, далеко он ушел. Боюсь, не заденет. Мы, кстати, до сих пор убиваем Бруно и его компашку. Ой, у Белоуса проблемы. Белоус, ты че? Ты гонишь Белоус. А, все, помогли ему. Так, нормально. Хорошо, двигаемся дальше. Пока у нас новая цель не появилась, она все равно появится, я думаю, где-то там впереди. Так что сейчас здесь спускаемся вниз и зачищаем рядом локацию. Вот это вот такое надо командира убить. Появится сейчас целый вагон тут. Так, появился Михоук и Зуро, и они там вместе сражаются. Я так полагаю, нужно помочь Зуро. Да вообще без проблем. Михоук? Ну да, так на него поедет. А куда он делся? А, вон он. Так, иди, иди сюда. Михоук. Во. Сейчас мы тебя еще пнем еще ногой тебя пнем пару раз. Блин, как же он больно махается-то, а? Откидывает прям как хочет. Так, ладно. С Михоуком шутки плохи. Особенно, если он коронки делает. Так, хорошо. Зуро помогли. Так, давайте опять спустимся вниз. Там чуть ниже есть локация. Пока есть время, хоть ее немножко побить бы. У нас скоро будет еще одна Кизуна вместе с Альвидой, которая идет. Нормально. Народ, постойте здесь. Сейчас подойду, подойду. И на. Вообще замечательно. Вот эта вот атака, на самом деле, она как бы очень беспощадная, потому что, извините, это, по-моему, одна из единственных атак, которая реально убивает. То есть мы вот просто сейчас их убиваем таким образом. Для меня только сейчас это тут дошло, что как бы это негуманно, что ли. Если остальные атаки в основном только вырубают. Не, ну ладно, конечно, у многих там усиленных персонажей тоже там есть, конечно, сумасшедшие атаки. Но здесь оно прям видно, что даже тел не остается. Ой, Тичу нужно побить, а где Тичу сам? Ой, боже мой, как он далеко. Какой-то бардак опять происходит, а? Так, делаем Кизуну. Сейчас тут народ раскидаем. Нормально. Булыжниками покидаемся. Так, окей, тут вниз прыгнем, тут он один. Решил от моего гнева спрятаться, ну не тут-то было. Нормально. Так, идем дальше, идем, 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 идем. Так, я пока Кизуну прерывать не будем, потому что я думаю, я успею добежать до соседней локации. И сделать там очень мощный прием. Еще на 30%. Ой, на 30 секунд у меня увеличенная атака идет.
Да, все нормально. Все путем. Здорово, народ, 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 народ. Сюда, 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 сюда. Кучнее, кучнее, скучнее, как фотограф. Супер. Она тапчики сняла. Она же там скользит что-то или типа того что-то делает вон. И локацию сразу захватили. Сейчас смещайте, смотрите. Порог 2500 мы преодолели. Денег 278 тысяч. Просто как с ничего получили. Так, здорово, народ. Нормально. Я не знаю, зачем я эту локацию сейчас бью, потому что мне вообще по-хорошему нужно сейчас просто пройти до Тича и забрать его. Наверное, сейчас так и сделаем. У меня уже так все на суперах есть, так что давайте не будем здесь уже до конца всех добивать. Так, у меня есть там кто интересный еще? О, Зоро? Да, давайте Зоро. В качестве напарника. Боюсь, наверное, только Кизуну мы не успеем следующую набрать. Хотя, кто его знает, сейчас уж какое-нибудь мясо подберем. Есть две мощные. Здорово, Тич. Начнем с этого. Реально интересно было бы посмотреть на схватку Тича и Аукидзи. Минус одна жизнь. Держи. Да, реально как-то немного наносит это. Урон вот эта вот коронка. Этот фазан. Она больше скорее, чтобы толпу собрать. Да опять ты со своей тьмой-то, а? О, Зоро, здорово, ты бы лучше помог бы, честно скажу тебе. Так, вот есть опять двойная коронка. Так, ну сейчас ее применять не хочу. Потому что жизни-то у него не так много. Да хватит уже, а? Вот ведь Тича. Свои черные дыры здесь делает, и фиг ведь подойдешь к нему. Да япона мать. Так. Вот тоже вот проблемные у него способности, честно вам скажу. Так, 3000 убили. Я почему не могу заморозить? Я тебя очень хочу заморозить, Тич. Специально хочу заморозить тебя, чтобы ногой потом пнуть. Да что ж ты, блин, вот как ты раздражаешь, прям я тебе скажу. У белоруса там проблемы, ебона мать. У белоруса уже все время проблемы. Так, ладно. Чувствую, наш придется сейчас сгонять, чтобы это помочь ему. Почти. Здорово. На. На. Ладно. Вот и все. Ну что, клево. На самом деле способности у него сделали клево. Да, большая часть, конечно, приемов перенесена была с Pirate Warriors 2. Но некоторые прям приемчики очень хорошо апгрейдили. Прям, честно сказать, я доволен. Так, кучу разных апгрейдов получили. Это хорошо. Надо ли раскидывать нам коинты? Да давайте, да, да раскидаем. О, мои собственные коинты. Как я их заработал, я не знаю. И денег вернули. Хорошо, хорошо. Следующая локация. Так, что у нас тут? Идет сохранение. Кума. Это ж Кума у нас тут, да? Да, Бартоломью Кума. Тиран Бартоломью Кума, если быть точнее. Вот, блин, я вроде высокий. Так этот еще намного выше меня. Вот ведь... Медведь. Я не знаю, как его еще обозвать, честно. Так, против нас Фрэнки. О, за нас капитан Кура, все. Я просто счастлив. Ничего дополнительного раскидывать не надо. У нас, в принципе, по коин там все нормально. И по скиллсету меня тоже все устраивает. Так, ну, старая знакомая локация. НС Лобби. Мы здесь уже не раз с вами сражались. Да что ты такое будешь, а? Вот эти вот нифига не замораживаются.
Вот, вот все бы ничего в этой заморозке, но заморозить реально проблема. Вот этот народ, ладно. И это ерунда все. Я тут подошел, потом его так разбил. Так, нужно победить Фрэнки и его компанию. Ну ладно, будем чаще орудовать мечом. Раз уж заморозка у нас так не действует, и булыжниками кидаться будем. Нормально. Так, как раз смотрите, какая толпа понапрыгала. А где капитаны? А, их сдуло. Ну ладно. Так, побежали, бегом на юг. У нас там два капитана, которые нельзя, чтобы друг от друга далеко отошли. Так, раз капитан, два капитан. Здоров, народ. Давайте-ка я вас тут сейчас в кучку загоню. О! О, хорошо. Мелочь-то забивает. Фрэнки. Здоров, Фрэнки. У меня на моей стороне крокодайл. И это очень хорошо. Он массовочки хорошо кроет прям. У меня сейчас будет опять двойная коронка. Можно будет прям смело применять ее. О, боже, еще до фламинго появился. У нас день людей нестандартного роста, что ли? Нормально. О, господи, и море еще здесь. Вот уж кого не люблю, так это тебя. И Перона. Ну, все, собрали всех, кого только могли. Так, господи, Фрэнки, ты сегодня умешься тут, нет? Ты смотри, выжил. Он реально еще выжил. Все. Вот теперь точно все. Хорошо, пошли. Нам нужно сюда выйти на юг. Здесь у нас что-то лежит, что-то полезное. Здесь тоже. Во, энергии набрали. Здорово, до фламинго. Воу, 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 воу. Я еле успел применить коронку. Вот сейчас уже чуть нити меня брос. Так, супер, супер. Сейчас чуть подождем. Пока ты там отпсихуешься. Не, ну до фламинго, конечно, персонаж тоже очень здорово здесь проработан. Прям на самом деле 5. На 5 баллов. Во, заморозился. Давайте пнем. Во, замечательно. Стоп, а это его копия была? Я уже не знаю, где его копия на самом деле, а где он. Так, все, вроде победили его. Сделаем короночку, правда, там куда-то в стенку, но ничего страшного. Так, хорошо, пока у меня не следующие цели, надо здесь. Так, Морию мы защитили. У нас было, так, было такое задание. Нормально. Так, Перона тоже на нашей стороне. Вот это хорошо. Капитан Кура на нашей стороне. Точно. Вот кого надо союзники брать. Вот кого я ждал. Так, а вот теперь нужно победить Куму, но это лишь только одна его какая-то копия. Ну, как сказать, это не последняя его форма. То, что мне не написано, что мы его победим. Во-во-во-во-во-во-во-во, да, это Кума. Я узнаю эти атаки где угодно, что это не пацифиста. Нормально. Так, тихо, спокойно, Кума. У нас целая куча капитанов появилась. Целая куча по карте появилась. Так, от Кумы мы избавились. Хорошо, поинты мне дайте, пожалуйста. Так, здесь все нормально, пошли.
Так. Сюда, здесь у нас вот бас-командер, мы его сразу убьем. Мешаться не будет. Потому что я чувствую, сейчас еще очень много появится злых и нехороших. О, народ отсюда лезет, лезет, лезет. Мы должны, говорит, перегруппироваться. И у нас появился эйс. Ой, его керный ты бабай-то, а. Так, нужно победить эйса и его компанию. Вот этот капитан один из них. Хорошо. И Шанкс там еще появился желтенький. Так, вот за Шанксом надо сходить. Так, все, капитан Кура у нас помогает своими приемами. А я пошел за Шанксом. Он желтенький, а значит, он сейчас будет сражаться здесь против всех. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чисто месело. Мимо пробегаю, здесь какое-то просто реально месело происходит. 1500 тел убили. Супер. Побежали дальше. Так, народ, вы мне не интересны. И ты тоже мне не интересен. Вот кто мне нужен. И я делаю Кизуна. Воу, 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 Шанкс меня... Ой, 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 рубит, рубит. У меня, кстати, один из капитанов моих. Им и нужна помощь, а. Он там против Эйса сражается. Это плохо. Чувствую, сейчас придется идти ему на помощь. А, это там капитан Кура, а. Блин, Шанкс, а? Ну давай ты. Вот смотри, что делать. Он волей прервал мне атаку. И еще выпил. Так, ладно, делаем вот так. Главное, лишь бы не прощелкнуть, когда у меня союзник начнет помирать. Так, все, Шанкса сдуло. Все, побежали отсюда. Да иду, 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 иду. Все нормально. Там вы там только... Вы не волнуйтесь, ребят. Ребят, вы не волнуйтесь. Так, как вам пройти поближе? Это что ж такое? Это вот вы вечно зайдете в какую-то хлопендрию. Шанкс опять появился, а? Так, капитан Кура. А, у тебя стало все нормально. Все, я понял. А вот он тот самый эйс. Тут все против него сражаются, посмотрите. И море, и Кура, и Крокодайл. И, конечно же, без меня никто не справится. Нормально. Так, я пошел опять Шанкса убивать. Я не знаю, почему он нам сказал, что он восстановился. О, второй Шанкс. Сколько можно тебя убивать? Да как ты можешь своей волей-то столько убить? Ты посмотри, что делает, а? Окей. Я даже не заморозил его сейчас. У меня урон идет по замороженным целям. Он не заморозился. Урон, конечно, прошел, но... Красивая атака вот эта, мне очень нравится. Давай подойдем. На! Еще и пнули, и разбили. Клево. Так, здесь крокодил, ну как бы все нормально. Единственное, надо здесь базу желтых убить. А то тут желтые так и будут плодиться. Они мне не нужны, мне хватит и хватает и красных. Вот здесь локация, кстати, почти захваченная была. Давайте ее захватим до конца. Сейчас появится новая цель. Так, у нас появились Ахамы. Они появились рядышком. Я тут же сориентируюсь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, не разбегаемся. Я прям удачно здесь оказался. Иванков и Мистер Ту. Так, вообще замечательно. Так, давайте-ка вы туда. Я вас обратно внутрь загоню. И есть такое дело. Хорошо.
Блин, Иванков, вот ты иди сюда. Боже мой, опять Фрэнки, что ли, там? А, нет, это мистер Ту орёт. Иванков никак не хочет уговариваться, а? Да иди ж ты сюда. А, все, победили. Так, а где мистер Ту? О, вот он, боже мой, еще живой. Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Так, мы не попали. Мистер Ту здесь спрятался. Воу-воу-воу-воу-воу, хорош. Блевините, а. Вот, кстати, за Мистер Ту тоже прикольно сыграть. Ему сделали, ему и так столько приемов интересных проработали. О, смотри, что делает, а. Вы посмотрите, что делает. Так, ладно, я делаю приемчик. Потому что слишком много мелочи становится. Надо бы сейчас уже по-хорошему бы Кизуну сделать. Есть. Так, у меня Кизуна в полной боевой готовности. Так что надо ждать. Сейчас вот-вот уже должен появиться Кума. И будем уже расправляться. Так, здесь у нас рядом есть базы, которые надо захватить. Слишком много людей с ней прет. Вот она притаилась. А вот и Кума. Теперь уже на этот раз полную свою силу. Ну что, пошли к нему. У нас как раз Кизуна есть, чтобы с ним справиться. Так, окей, 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 окей. Так, ну, начнем-ка мы вот с этой вот короночки. Вы посмотрите, сколько у него жизни это всего сняло, а? Обычно я треть как минимум снимаю такой коронкой, а тут нифига. Все, делаем Кизуну. На. Так, нужно немножко подождать, пока он там от психует, да, на чем у него жизни так и не будет отбавляться. Все, вроде отпсиховал. Угу. Опять отходим от него. Отходим, 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 отходим. Кизуна длинный, у нас стилиш, потому что есть скиллсети. Ах ты ж. Воу-воу-воу-воу. А вот так вот. Я не знаю, нет, его, наверное, вот эта атака и не убьет, но будет очень больно. А хотя кто его, может, и убьет. Нет, не убило. Честно сказать, вообще особо жизни не сняло. Блин, никак не замораживается, а? Только в оглушенном состоянии можно его заморозить. 3000 уже набрали. 3. Есть. Вот красивая атака, тоже мне очень нравится. Фу! Нормально? Прям, честно сказать, очень даже здорово. Вот он, конец. Наконец-то, говорит, я могу расслабиться. Мало применяли Кизуну, чем могли бы. Из-за этого получили только ранг А, но все равно клево. Так, скилл-постер Кумы у нас появился. О, у нас появился Нами в качестве золотого коина. Вообще супер. Нет, не будем больше коины сюда вкладывать. Там, в принципе, и так уже все под максимум у него. Так что нормально все. Хорошо. Кума нам доступен теперь как во фрилоге, так и в этом. О! И у нас охота как раз на Коби. А, пойдемте на охоту сбегаем. Я как раз думал о том, что что-то у нас охота давно не появлялась. Появлялась, несмотря на то, что я постеры даже не покупал больше.
Во, 55 уровень, заодно как раз проверим, чего мы стоим. На сегодня это будет последняя схватка, и я уверен, она сейчас будет здоровская. У нас главный соперник Коби. Не, ну понятно, Коби, что такое Коби против Алкидзи, тем не менее, все равно интересно, что с ним стало. Ой, какие у нас противники интересные. Сразу Михоук, Манет. Угу. Окей, поехали. Я ничего не менять не буду, там все нормально у меня. В союзниках Луфи. Нормально. Так, сразу идем к Манет. Она тут рядышком у нас. Девушка Морозная Гарпия. Вот она. Привет. Тем не менее, я тоже холодом обладаю. Интересно, Манет именно стала Гарпией, потому что съела дьявольский фрукт? Или она изначально была такой вот Гарпией? И потом съела какой-то дьявольский фрукт? Я думаю, наверное, что все-таки первый вариант. Что это дьявольский фрукт ее превратил в такое. Получается, если она Гарпия, значит, у нее есть тоже какие-то формы. Имеется в виду, как у всех фруктовиков, у них есть как минимум три формы превращения. Воу-воу-воу, смотри, что делает, а. Где ты есть? Ой, как она далеко от меня. Не дотянется до нее моя короночка. А не, смотри, дотянулся. Прям на краю. Нормально. Прости, Манет, я сегодня всех морожу. А потом пинаю ногами. Вот так вот. Просто пнули ногой. Так, хорошо. Здесь у нас все нормально. У нас есть Кизуна. Надо ее сейчас применить. Давайте сразу применим. Сейчас чем чаще, тем лучше ее применять тоже. Так, нормально. Так, сейчас здесь убиваем капитана. Там у нас уже идет на подходе следующий. Тихо, держись. А, не успел применить. Тихо, 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 спокойно, спокойно, ребят. О, какой приемчик хороший. Сделаем двойную коронку, чтобы сразу всех покрыть. И нам нужно опять одолеть Манет. А, и всю ее компашку. Все, я понял, Манет-то мы одолели. Хорошо, здесь у нас две базы рядом. Давайте захватим, иначе от них проблемы будут только больше. У нас, кстати, время тикает. Смотри, какой крепкий Абас Командер-то. Ничем рубил, рубил, рубил. Луфи потом там слабой свой сделал. Во, нормально. Все, теперь побежали. Побежим с этой стороны через центр Колизея. Да, вот этого вот. Здесь тоже есть пара баз, но ладно. На них уже время сейчас тратить не будем. Тут наши, я думаю, может разберутся. Там наш капитан, союзник подошел, Луфи там, по-моему, подбежал. Там потому что наверху наш союзник сражается сейчас именно с капитаном, с тем, что может быть опасно. Михоук здесь. Да, тогда понятно, почему я сюда пришел. Супер, 500 тел мы убили уже. Тихо, тихо, спокойно, 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 Михоук. Да что ж ты делаешь-то, а? Так, нормально. Вот ребята все здесь недобитые. А Михоук куда-то побежал, а? Ты куда побежал, а? Шляпа с пером. Так, он у нас вроде бы последний, но время еще тикает, так что кто его знает. Там потом дадут еще дополнительные цели, будет вообще не круто.
Блин, мне нужна двойная коронка. Есть. Двойная коронка. Сейчас я надеюсь, меховку положу. Не положила. А ты смотри, что делает, а? Я ж тебя тоже ногой запинаю. На. 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 Давай еще один удар тебе осталось. Ну кто тебя убил? Так, вот эту давайте захватим здесь базу. С нее больно много народу прет. И время у меня до сих пор тикает, как я и говорил. А вон, кстати, Коби появился. Он быстро здесь появляется, то есть в таких локациях. Так, я делаю двойную короночку, потому что ну, по-быстрому всех положить. И побежим уже сразу к Коби. Ну кто еще? Так, все, локацию здесь разрушили. Можно отсюда убегать. Ой, баги! Тебя ж тут сейчас убьют, если я тебя сейчас здесь оставлю одного. Я ж тебя знаю. Ты же то еще чудо. В перьях. Хорошо. Прям отлично все разносит. Надо здесь бас-командера убить в первую очередь. Где-то здесь он. Вот он, вот он, вот он прыгает. В толпе. Так, хорошо. Побежали, 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 побежали. Во, вот так. Я просто хотел, чтобы сразу два бас-командера у нас зацепило короночкой. Ну, чтобы просто впустую не тратить. Эх, только до одного дотянулось. Вторых только здесь немножко задело. Вот и все. Так, ладно, у нас осталось 4 минуты. Все, побежали. Нам нужен Коби. Так, есть кто еще в союзниках? А больше никого нету. Много союзников здесь не дают, чтобы специально Кизуну не была сильная. По крайней мере, не до такой степени. Привет, Коби. Сразу избавимся от мелочи. О, базу захватили. Нет, не захватили. Базу нельзя захватить. Нормально. Да чтоб тебя, а? Так, делаем короночку, после чего применяем Кизуну. Ага, она мне до сих пор еще недоступна. Зуна? Лидер еще появился. Во, все, вот теперь можно Кизуну применять. Применяем. Хорошо. Давай, 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 забиваем его. Забиваем, забиваем его, Коби. Так, все, надо отойти. Надо отойти, чтобы он психовался. Иначе мы его не сможем атаковать, ребят. О, баги, там уже проблемы, как я и говорил. Да ладно, ладно, все нормально, баги. Все, я уже победил. Тебя же занесло одного куда-то там на локацию-то, а? Еще живой? Извините, он еще живой, а? Давай, давай, давай. Есть. Пнули ногой, как обычно. Красивый пинок делали. Фу. Ну что, смотрим, что мы получили за эту схватку. И посмотрим, что у нас там еще осталось. Ну, в принципе, не так плохо для такой быстрого, для такого быстрого боя. О, еще один золотой коин.
Супер. Итак, ну что, судя по карте, нам осталось, в принципе, реально не так много. То есть, пара отдаленных мест слева и справа еще, я вот вижу, 6, 8, 10, ну, где-то в районе еще 15 локаций осталось. То есть, при том, что нижняя половина вообще абсолютно не нужна, я, возможно, пройду ее за кадром там какими-нибудь другими персонажами. А вот верхняя часть локации, она интересует, потому что там у нас НЛ. Ну и, само собой, еще самая главная локация, которая, скорее всего, станет доступна только после того, как мы зачистим здесь все. Вот, а так, в принципе, я думаю, все, давайте выйдем в главное меню. Мне очень понравилась сегодняшняя серия, потому что мы посмотрели с вами такого клевого персонажа, как Аокидзи, он же Кузан. Вот, и увидимся в следующей серии. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Давайте, всем спасибо, всем пока. Listen to me now. One that you wanna listen to.